Современные женщины все чаще сами предпочитают ездить за рулем. Особенно, когда в семье появился малыш. В Иванове состоялся автопробег матерей. За рулем своих автомобилей молодые мамочки. Их любимые чада в пассажирском кресле. Разумеется, в удерживающих устройствах. Цель акции – поздравить женщин с Днем Матери. А заодно показать – любящие родители должны заботиться о безопасности ребенка. Наталья Пешкова – инспектор ГИБДД. Но в первую очередь – любящая мама. Я знаю, насколько необходимо кресло. Знаю потому, что сама выезжаю на дорожно-транспортные происшествия и вижу, что происходит с детьми, которые не пристегнуты, которые находятся без кресел. Мой ребенок с самого рождения в кресле, то есть это у него уже кресло третье. С роддома мы его забирали в специальном кресле, кресло люлька или скорлупка, как ее по-другому называют. Потом мы перешли на кресло для 6-месячных детей, уже постарше. Сейчас вот у него уже третий 5-точечный ремень в этом кресле. Мы в дальнейшем будем менять эти кресла, адаптируя к росту и весу ребенка.